Добрый день, ребята. Наталья Малахова, «Московский комсомолец». Собственно, поздравляю вас с выходом концертного DVD. Первый вопрос такой несколько философский будет. Сейчас жанр видеозаписи концертов, так же, как, например, видеозаписи спектаклей, стал гораздо менее популярным, то ли из-за большего доступа к информации. Вот чем вам интересно работать в таком формате? Потому что, собственно, даже по кусочку видно, что тут продумана, да, и постановка кадра, и есть некая идея, концепция. Ну, вот именно поэтому интересно было. Когда поняли, что рождается в ходе репетиции, когда поняли, какой видеоряд рождается во время этого концерта, поняли, что это надо для истории сохранить, хотя бы для нас самих. Вообще, честно говоря, у нас не было конкретного плана, например, выпускать DVD. Просто была инициативная группа, которая готова была снимать красиво с нескольких камер в Питере, наши друзья, TSM онлайн. И была инициативная группа, которая готова была сделать видеоинсталляцию очень крутую. Это вот Affronteur Pro, да, я никак не могу научиться выговаривать за полгода. Вот. И третья составляющая была у этого концерта визуальная, это был офигительный свет, который, опять-таки, клуб предоставил питерский концерт «Поп Аврора». Собственно, когда все это воедино слилось, мы поняли, что это надо фиксировать, иначе нам самим будет обидно потом. Ну вот, в итоге, когда уже это все сняли, мы посмотрели материал рабочий с одной камерой, поняли, что все это надо выпускать. Вот так примерно. А звук со звуком. Вот с этими двумя персонажами у нас особо там вопросов не возникало никогда. А когда вы смотрите на себя со стороны, на, собственно, на пленке, вы делаете какие-то корректировки? Ну вот на самом деле это у нас уже второй DVD, предыдущий назывался «За Рождество». Как раз таки был снят концерт в Рождественском 16-м. И мы как-то в туре сели посмотреть этот DVD, вот наш предыдущий. И, по-моему, сделали вообще какие-то крутые, важные, глобальные выводы по тому, как нужно правильно строить плейлист концерта. Я помню, какие штаны никогда больше не оденем. Да, как нам располагаться на сцене, что нужно поменяться местами вправо-влево. Ну, короче говоря, выводов сделали огромное количество, очень полезных. И как раз-таки вот выпуск этого второго DVD, он подтверждает, ну, по крайней мере, на наш взгляд, что мы сделали некий шаг вперед. Спасибо. Да. Да, пожалуйста. Здравствуйте, рок-портал «Эквилибриум», Аня Мелехина. Продолжается ваш тур, и благодаря «Каждый город» вы подчеркиваете факт наличия правильной тишины. Причем началось это после вашей московской презентации альбома «Джедай», когда в зале было довольно шумно, и вы даже отметили это со сцены. Значит, это... я вам скажу, когда это в Москве началось, но да. Это было 3 года раньше, когда «Zero People» приехали первый раз играть в Москву. Играли в клубе «Гоголь», и я просто чуть не умер от ярости во время концерта, когда слышал, ну, все истории из личной жизни, вон там справа за баром мальчик рассказал, причем это во время песни, там между песнями я слышал, вон там девочка слева жалуется, что вот у нее там какая-то фигня на работе. Вот тогда это началось. Извините, что я прервал. Хорошо, продолжу вопрос. Значит ли это, что Москва хуже всего, на ваш взгляд, принимает тонкость вашей музыки и текстов? И то, как тяжело со сцены выражать что-то очень личное? Москва как раз абсолютно круто воспринимает этот случай, о котором я сказал. Это был единичный, самый первый, нетипичный ни разу, как раз на Москву. Вообще, если честно, «Zero People», слава богу, начиная где-то с 3-4 песни, создается какая-то особая атмосфера в зале, когда люди сами не особо хотят разговаривать. Честно говоря, самый такой был момент показательный — фестиваль «Кубана». Два года назад, по-моему, на первое. Мы играли на фестивале «Кубана» ночью. Мы открывали ночную сцену «Zero People». Эти два человечка на огромной сцене, она размером была с 9-этажный дом. Такая вот малая сцена была в тот раз на «Кубане». И ночь, сейчас ночи, первая группа играет. Только что закончили на большой сцене играть панки. Как же они все-таки? Сам Футиван. До этого еще панки, да, Наив, еще кто-то еще. И, соответственно, мы ожидали следующего, что придут люди, услышат вот это вот пение такое непонятное под клавиши, напившись пивка, нажарившись весь день, наплясавшись, что и как они могут отреагировать? Ну, будут там вопли, вот после первой, в середине первой песни один какой-то товарищ крикнул. А после что-то 3-4 я уже как бы перестал обращать внимание. После 3-4 песни я вдруг услышал между песнями, вот они отхлопали. Я услышал, как волны плещутся. Вот тут я подумал, а ведь тишина гробовая стоит, они же вот так вот стоят. Это было очень показательно, что это, естественно, не сольный концерт.
Так что тут вся весь вопрос в том, насколько, насколько люди приходят случайные, не случайные, но даже случайные люди, они чем-то таким проникаются, что-то внутри себя находят, видимо, и замолкают. Хотя абсолютной тишины, к сожалению, к моему, можно добиться только, если я беруши ставлю. Да-да. Хорошо, спасибо. Угу. Следующий твой. Да, вопросы еще, пожалуйста. Здравствуйте, Елизавета, портал Москуб. Это уже, соответственно, второй альбом и второй концертный альбом. А изменилось ли что-то вот лично в вашем видении этого проекта? Как с личной, так и с коммерческой точки зрения этот проект? Сейчас, слушая вот этот второй альбом, сравнивая его с первым, мы, безусловно, считаем, что мы сделали, ну, некое, претерпели некоторые изменения. То есть, на самом деле, изначально наш проект планировался как клавишно-вокальный, то есть клавишно в смысле того, что пианист будет играть на пианино, на рояле, рояльным звуком, вокалист будет петь. Вот так вот он задумывался, но по ходу дела он трансформировался в что-то более электронное, то, что мы слышим на первом альбоме «Ловец тишины». То есть нам как-то стало не хватать каких-то звучков, битов электронной красоты, мы ее навели, и мы некоторое время вот так этот проект подавали в Москве, в Петербурге, в городах, в которых мы ездили, как некий такой электронный проект. А потом совершенно случайно решили сыграть в Москве как раз таки в 16-м рождественский концерт просто под электропиано и поняли, что именно в таком виде он должен существовать дальше. То есть его суть и какие-то, ну, эмоции, которые, когда ты играешь под, грубо говоря, плейбэк, да, то есть у меня там стояла куча всяких штук, компьютеры, там, синтезаторы, сэмплеры, которые друг с другом каким-то образом контачили, и, в общем, было много электроники, в которой немножко терялась суть. Мы поняли, что когда есть только вокал и клавиши, то это, ну, максимально то, что нам нужно, чтобы доносить суть, смысл текстов и музыки. Поэтому вот так мы начали существовать, и так мы готовили этот альбом. Однако же, опять же, в процессе работы над этим альбомом нам стало не хватать каких-то электронных штучек, звучков и так далее. В итоге он имеет некий провокационный характер. Такой вид, на мой взгляд, он довольно сбалансированный, хотя я слышал отзывы, что почему такой электронный альбом. На самом деле этот альбом он гораздо менее электронный, чем первый, практически все песни там поются под клавиши. Половину звуков я издавал своим собственным ртом. Да, мы сменили подход, у нас очень мало электроники в том виде, как электроники, то есть мы там шуршим, где-то шумим, чуть-чуть там у нас читаются сказки всякими ребятами. Привлечёнными звёздами. Но в общем и целом, конечно, и точно так же и концерты мы играем, стараемся играть их под чистые клавиши, чтобы доносить суть и эмоции, но срываемся время от времени на то, что чуть-чуть все-таки начинаем вот эти крутить ручки. А тут как раз и выползают эти самые приглашенные звезды, но в основном покойные. Не знаю, ответил я на вопрос. По-моему, ты могла ответить на вопрос. У меня в процессе еще парочка родилась, но это потом задам. Да, пожалуйста. Да. Альбом вышел уже осенью, да, прошел некоторый пул времени. Сейчас как-то восприятие материала изменилось, конкретно альбом «Джедай». И программа, как вы ее представляете? Честно говоря, мне вот, хорошо, что мы сегодня, ну вот мы так заявили, да, что мы последний раз играем альбомные версии песен, вот эти с этими, с электронными, псевдоэлектронными отзвуками, типа битами, потому что мне за эти вот полтора года, как мы играем клавишно-вокальные варианты этих песен, то есть минималистические, мне они как-то больше по душе, и вообще можно вовремя остановиться во время песни, начать вдруг разговор в середине куплета с людьми, так сказать, и потом вернуться к песне обратно, чего, естественно, когда у тебя жесткая структура электронная. Короче говоря, мне не хватает интерактива в этом варианте программы, с одной стороны. С другой стороны, она как раз тем и хороша, что у тебя есть определенные рамки, в которых ты должен существовать, как будто бы ты в театре, у тебя есть строгий режиссер, типа любимого, да, который шаг влево, шаг вправо от того, что он запланировал, расстрел. Ты должен вот именно в этих рамках круто, круто себя чувствовать. Это тоже образно. Но я лично рад, что
походу мы эксклюзивно сегодня сыграем один раз. Ну и пожалуй, что мы продолжим наши опять. Мы должны сегодня сыграть чуть лучше, чем на презентации, просто потому что действительно песни нужно некоторое количество раз сыграть на концерте, чтобы. Ну вот я помню, что мы пару песен с этого альбома мы записали в клавишно-вокальной версии где-то летом. А потом, когда осенью нужно было выпускать альбом, мы подумали, что ну, их можно просто вставить, мы же их уже записали в июне. И потом мы слушаем в наушниках, что это вообще было сыграно. Хотя, ну это та же самая песня, там та же самая музыка, те же самые ноты. Не прочувствовали на тот момент. Да, но на тот момент, пока она не была отыграна на концертах раз 15, она, ну, как бы, мы вообще не то там делаем. Не в тех местах замедляем, вообще темп не тот. Я вообще считаю, что в случае с такими людьми, как мы, нужно сперва годик погонять песню на концертах, а потом уже выпускать альбом с этой песней. Это касается и группы Zero People, и группы Animal Jazz, в общем, не важно. Потому что, ей-богу, вот, только концертная реальность, реальное взаимодействие с реальными людьми позволяет вытащить из песни то, что ты в нее сам заложил, когда придумал. Вот такая интересная особенность. Я думаю, что рано или поздно мы реализуем это. Когда этот альбом уже ни для кого не будет новостью, все песни будут заслушаны. Тут мы бас выдаем зеленого цвета, такой же диск, с синим вот этим вот многоруким чуваком. Но там уже все отыграно годами. Да. Лет через 7. Ну да, можно так и делать. А проступили на полотне материала какие-то хиты, то есть песни, которые особенно выделяют? В Zero People? Понятие хит вообще, по-моему, не... Да, мы говорим сейчас, да? Это самая нехитовая группа из тех, которые кому-то вообще интересно, вот сколько у вас сегодня пришло. Так что это радует. Вас, видимо, интересует что-то большее, чем просто эти песенки въедливые. Но есть композиции, вот сколько их здесь на альбоме? 14 у нас? Я уже не помню, кстати. 13. Здесь 18. Здесь 18. Короче, из 14 песен 13 хитов, я считаю. Вот это все достаточно, мне кажется, выглядит необычно. Хотя, честно говоря, оценивать сложно. Мы были поражены этими историями с iTunes, потому что он там просто обгоняет там Pink Floyd, там вообще. Ну, то есть это пока что только необычно, да? Это не хитово все равно. Это хит формируется потом, с годами, так сказать. Вот если люди начнут подпевать какую-то песню, начиная со второго ее исполнения, значит, это, наверное, что-то такое, типа хита. А на концертах Zero People люди, слава богу, предпочитают все-таки, даже если они хотят петь, они предпочитают молчать. Вот такой, да. Если вдруг они захотели петь, то мы их... Я, кстати, наблюдал моменты, когда девочка начинает ее за волоски затекать. И она на вдохе. И ты никого не... Там действуют, да, законы природы. Здесь надо. Может быть, здесь закон просто малого помещения? Тоже очень хорошо, очень хорошо. Масса всяких естественных законов не дает людям на концерте Zero People раскрыться, голос подпевать музыки. Поэтому мы эту хитовость, мы ее градус старательно снижаем сами. Очень любим тишину. Просто в райдере для нас поют помещение с звуковыми ямами, а люди поют, просто не слышат никто. Сами себе так. Ой, да. Звуковая яма, это мы на сцене, собственно. Да, пожалуйста. Анна Хагаев, Music Stage. У меня такой вопрос, почему сегодняшняя пресс-конференция проходит в баре? Вы любите выпить? Нам нравится название. Дорогая, я перезвоню, в нем все, вся наша жизнь, игра. А если серьезно, то вот вы сейчас говорите, что люди на ваших концертах не поют. На вашем крайнем концерте в 16 тоннах я смотрела в зал, но я стояла немножко сбоку. И очень много людей пело. Знаете почему? Потому что пришло там почти 500 человек. Это закон другой совсем. Это закон уже не маленького помещения, а закон большой толпы. Но я была очень удивлена, потому что в середине толпы стоял парень, и он был такого немножко хипстерского вида, сверенный, но такой очень уверенный. И он прям четко проговаривал, каждое слово он читал, это как молитву. И ваши песни, я думаю, что они находят отклик во многих сердцах людей. Дай Бог. И в связи с этим у меня вопрос, а часто ли у вас спрашивают совет? У меня постоянно, причем на одни и те же темы. Те, на которые я ответов не знаю. Что такое любовь, есть ли любовь. Вот сегодня утром буквально открываю контакт свой, а у меня там вопрос. Любовь, она вообще есть или нет? Ну явно с таким этим. Я, конечно, ответил. Меня постоянно тоже спрашивают, какие клавиши купить? Какой аккорд в припеве там? То же самое, отец. Ну, не, ну если бы мне такие вопросы, как тебе задавали, я бы удалился. А если бы мне, как тебе, я бы вообще повесился. Мастер-класс эти твои воли. До свидания. Да, просто вопрос.
У меня вопрос про этот диск. Да это же сам Буду Кен. Я подслеповатый, у меня линзы. Без линз точнее, да. Поэтому я... Съемка, на мой взгляд, чудовищная. И низкокачественная. Очень, может быть, это, конечно, стилизовано под вот эти бутлеги, когда фанаты снимают камеры из зала с этими, с головами зрителей торчащими. Но когда весь концерт так снят, это, вы бесплатно вам сделали, или вы еще денег за это дали? Да мы сами бесплатно играем. Все сплошной энтузиазм. А насчет, ну, во-первых, не весь концерт, там одна камера снимала из четырех, по-моему, снимала через голову, а еще две находились на сцене, одна прямо подо мной, потому что физически голову и не снять было, разве только спереди голову снять, точнее, одухотворенные лица первого ряда. Так что это раз. Во-вторых, то, что касается низкого качества, вот ей-богу, этот проект изначально так себя позиционирует, собственно, мы не то чтобы сознательно это делаем, просто так получилось, что он вообще лоу-фай сам по себе. И я испытываю вообще удовольствие от того, что мы играем, особенно вот если речь идет о городах других, да, мы играем в каких-то полуподпольных помещениях. Вот играли в Калининграде, в клубе, в котором это был вообще первый концерт за всю его историю, и, скорее всего, последний. Мы играли, да, под одной лампой, светящей прямо над головой вокалиста, значит, соответственно, клавишник был в тени, то есть непонятно было вообще, кто там у нас. Вот, и, собственно, без сцены на полу. Вот. И это очень своеобразное такое back to school, с чего начинали мы когда-то давно, 15 лет назад. И мне очень радостно, что я чувствую, например, я лично себя чувствую абсолютно комфортно в таких условиях именно вот с этими песнями. Потому что с такими песнями можно петь на кухне, из-под стола, пьяным, трезвым, каким угодно. Просто суть не в том, как это выглядит, да, как снято. Суть в том, как это сделано, как спето, и что люди чувствуют. Соответственно, что люди почувствуют, глядя на этот DVD, это тоже гораздо важнее, чем то, какое там зерно, и насколько там качественно снято, энтузиазм, Тут вопрос исключительно в этих, в правде эмоций каких-то, не заслоненных софитами, не отделенных от людей, музыкантов. Да, пожалуйста. А вы говорите то, что музыка группы Animal Jazz вызывает желание жить, а музыка группы Zero People, наоборот, вызывает желание умереть. Ну там не так я сказал, но все, конечно, по-другому. Многие люди после вашего концерта в Zero People выходят с концерта обновленными. Как вы думаете, почему? Ну, на самом деле, это другая история. Вот не то, чтобы вызывает, не вызывает желание в этом смысле, а есть просто... Я занимаюсь текстами в Animal Jazz, я занимаюсь текстами Zero People, я и пою в обеих группах. Александр Юрьевич отвечает за все остальное в группе Zero People. Значит, есть такая вещь, в каждом из нас много различных масок из-за личностей. Там 2, 3, 4, 30, у меня их 300, 400 этих личностей. И вот одну из них, такую, ну, скажем так, вот черный человек, если Есенинский взять, я его в Zero People, как автор текста, я его отпускаю. Я ему даю взять власть. Ладно, дорогой, хотел, получай. Потому что если его из себя периодически не выпускать, то он начинает есть изнутри. Вот у меня такая натура, на мой характер. Поэтому, конечно, там больше о саморазрушении, больше о каком-то самокопании, в плохом смысле этого слова, когда ты выискиваешь в себе всякое говнецо, вытягиваешь и поешь об этом. В этом смысле это ближе, конечно, к смерти, чем к жизни. Animal Jazz — это более романтический, в любом случае, проект. Это та часть моей натуры, которая любит дарить цветы, например, там, ухаживать и вообще любит любить. А вот та часть, она может и стремится к смерти, но не призывает никого. Она скорее констатирует, вот, что я сейчас в такой ситуации нахожусь, что мне, честно говоря, легче удавиться, чем жить. Вот такой литературный герой. Так что я она не, как сказать, не о желании смерти, да, а просто о том, что ну, к смерти ты в данной ситуации ближе, чем к жизни. Такое бывает у каждого. Ну, вот. Однако же после Но в рамках концертов, после концертов, мы выруливаем на позитивную историю, то есть где-то в процентном соотношении может быть 70 на 30, но при этом финальные 30% они будут позитивные.
То есть он, это есть. Поэтому в любом случае мы, когда мы ставим точку на концерте, то мы не оставляем человека в ощущении безнадежности. Причем это позитив, как бы со слезами. То есть человек выплакал наконец-то, вот он дошел до своего дна. И вот он наконец очутился на этом дне, и ниже уже некуда. Поэтому потом ты просто поневоле начинаешь вытягивать себя за уши. И эти песни, они, которые в конце концерта, они потихоньку выводят тебя, но уже тем человеком, который познал дно. Оттуда и радость, понимаете? Радость не такая прям, вау, я сейчас... А радость такая, что Господи, Боже мой, как очищение такое произошло. Признался сам себе во всех своих грехах. Вот, как на исповеди, не знаю, там, только с самим собой. И потом поневоле что-то светлое заполняет этот вакуум, называвшийся. Ну, как-то так. Понятно, спасибо. У меня еще такой вопрос. Для вас сцена – это монолог или диалог? Вот, кстати, хороший вопрос. Я сейчас отвечу, а потом, пожалуйста, услышите. Для меня это диалог однозначен. Я иначе бы сидел перед зеркалом дома и разговаривал бы на эти же темы. Собственно, и так это происходит каждый день. Я хочу вылечиться, я хочу, чтобы мне помогли. Я фактически занимаюсь самолечением на этих концертах. За счет людей, но им тоже заодно помогаю. Я как бы просто выдаю вот эти вопросы, которые у меня накопились. А когда бывает, знаете, вот не нужно, чтобы тебе дали совет, а нужно, чтобы тебя просто выслушали. И тебе становится от этого легче, потому что, честно говоря, все ответы у тебя все равно есть. Просто ты либо недостаточно смел, чтобы их найти, самому себе дать эти ответы. Либо просто недостаточно зорок. Вот я за счет концертов просто с людьми как бы разговариваю на знакомые и им, и мне темы. Ничего такого из себя, того, что не касается каждого присутствующего в зале, ничего такого я себе не выдаю, наоборот. Каждодневная проблема, кто я такой в этом мире, зачем я живу, могу ли я любить, вот этот вопрос, да, вообще есть ли любовь, и так далее, и так далее. И вот получается такой, конечно же, диалог. Они, конечно, это молча делают, но не всегда, кстати, молча. Отдача взаимная. Для меня это просто все. Это самое главное. А вот теперь... А тем временем, я, как со своей стороны, как музыкант, веду диалог с вокалистом. То есть, на самом деле, на сцене, если вы посмотрите, я вот никогда не... Это правильное разделение. Музыкант и вокалист. Вокалист. Вокалист, я всю жизнь говорю, что вокалист не музыкант. Вокалист – это человек из толпы, который просто умеет лучше, чем толпа петь. Так уж природа заточена была. Извините. Да, так вот, клавишник, он не повернут вот так, как я сейчас к вам, в лобовую, к зрителям, а вот располагается вот так, повернут на вокалиста и пытается, грубо говоря, найти с ним общий язык. На самом деле это довольно тонкие материи, потому что мы вот стали играть именно вот в таком ключе под клавиши, и возникает куча моментов с какими-то паузами, микропаузами, замедлениями, ускорениями, и ну, вот последнее время мы... Ну, действительно, вообще в любой момент может песня прерваться и начаться какой-то диалог с залом, например. Так было, скажем так. Да. Или песня может перейти в другую песню. И, ну, вот, кстати, на этом DVD мне очень нравится пара моментов, где вообще что-то происходит, ну, странное. То есть минуты на 4 мы растворяемся в какой-то вообще новой истории, которую не планировали играть, там просто какой-то песни. Вот. И, ну, я для себя, на самом деле, сделал такой... Вывод, не то, что вывод, заметил, что если я расслаблен, то все получается идеально. Как только я начинаю задумываться о том, что а замедлишь ли ты, или ты сейчас слово вот это сглотнешь, и надо будет сразу, если я начинаю задумываться, то все у нас исчезает. Вот это, а я вообще никогда не задумываюсь. Вот. Вот ну, понятно, да. А я если начинаю задумываться, но, как правило, может быть, на сцену просто расслабиться, погрузиться в это, и тогда все эти паузы, они вот будут вот так, как надо. На самом деле, вот этот концерт, мне тоже хотелось его выпустить, независимо вот от качества съемки и так далее, просто потому что он, ну вот в эмоциональном плане мне нравится, как он получился, именно вот с этими паузами и вот с таким вот диалогом. Вот это то, чего нет вообще на нашем первом альбоме. Там это вообще не показано. Ну, потому что детский сад. Да. У меня еще один вопрос. Как вы воспринимаете критику? Часто ли вас критикуют? Ужасно. И от кого вы готовы ее воспринимать? Я вот сразу напрягся моментально, когда вот этот вопрос пошел. Я увидела это. Я прям ух, ненавижу. Потому что я сам себя мочу постоянно, честно говоря, во время концерта даже бывает что-нибудь расстроить сильно, как я там сложал или что-то еще. И после концерта уж тем более, и между концертами, и до. В общем, я достаточно
депрессивный человек именно в плане самокопания. Поэтому, когда я слышу еще со стороны, боже, вот я и так себе это все говорю, ну что ты вот, что ты вот мне будешь? И вот в этом смысле. Я сразу начинаю раздражаться. Вот я, да, я не переношу. А Александр, он спокойный, он товарищ. Ну нет, есть конструктивная, действительно, критика. Ну, как правило, она совпадает с тем, что ты сам подозревал о том, что ты облажался, и она тебе это подчеркивает, и в принципе это нормально. Ну, собственно, можно, это единственная критика, все остальное это охаивание. Критика может быть только конструктивная. Пожалуй, да. Ты говно, это не критика. Это сразу позыв к драке, вот я считаю. Да, пожалуйста, еще вопрос. Шульков Мирон, портал Синеформалы. Александр, скажите, вот то, как вы видите жизнь, безусловно, отражается в вашем творчестве. Плюс сколько лет? -6. То, как вы воспринимаете мир. А вот тот мир, который в сознании у слепого от рождения человека, слушающего Zero People, думаете, он захлебнется исключительно в темных красках? Вот это такой вопрос, на который я сам с удовольствием поговорил бы с человеком, который вот... Если такой существует человек, который слушает Zero People и слепой от рождения, потому что это, ну, вопрос, вообще-то вопрос на миллион баксов, я считаю. Вот, это очень крутой вопрос. Я не знаю, как на него ответить, потому что я не представляю, что внутри у такого человека. Совсем. Не знаю, может быть, ты? Я не в курсе, даже как можно реагировать на музыку типа Zero People, не имея визуального дополнения. Блин. Интересно, что надо будет попробовать. Мы часто играем в последнее время благотворительные концерты вот в подобного рода местах. Для инвалидов, для так далее, так далее. Если нас вдруг позовут там, где есть слепые, вау, я теперь знаю, что о чем я говорю. Спасибо. У меня еще вопрос. Когда я слушал этот альбом, для меня казалось достаточно противоестественным представить себя на стоячем клубе, как вот на этой съемке. И мне почему-то представилось, что вы слушаете лучше, ну, или дома с коньячком, или в наушниках хороших, или уж если идти на концерт, то в сидячем приличном зале. У вас был уже опыт исполнения этих песен в сидячем зале и планируется ли? Честно говоря, это очень, опять-таки, хороший вопрос. Это наша идея фикс. Мы хотим играть, сыграть хотя бы раз в чем-то типа театрального какого-то помещения, где выверенные ряды, все запланировано в этом смысле. Мы играли, конечно же, когда помещение изначально стоящее, делалось сидячим, там расставляли стулья, скамьи, неоднократно играли, буквально только что играли. Я считаю, что да, согласен, что такого рода музыку лучше, конечно, расслабившись физически, воспринимать. Но, с другой стороны, сами мы на сцене стоим. Есть проблема городов и площадок. Технически. Того, что, ну вот, для Zero People на данный момент трудно в городе, вот то, что мы ездим в Ярославль, Рязань, Вологда и так далее, придумать что-то, кроме стоячего такого полубара, полуклуба. То есть придумать можно, но... Это сложно, чтобы туда довозить аппарат, свет, и чтобы это прошло... Хочется, чтобы это был все-таки концертный зал, а не едальня, где стоят столы, сидят люди, полоборота к тебе, вот так вот примерно воспринимают. А для того, чтобы все организовать, ну, понятно, это нужно... Этот проект недостаточно коммерческий для таких штук, в плане вот именно для организаторов. Лишние затраты, да и, честно говоря... Ну, стоят по-простому, зато получается, кто-то может выйти, если поэтому... мы МАГАТУ стоим. Для городов нормально, а для Москвы и Петербурга мы в театральной истории идем планомерно, и очень я думаю, хочется, что очень придем хочется. Скоро. Какой-то маленький зальчик, камерный, мест на 100, но сидящий, при этом со сценой, нам можно было даже придумать какую-то историю на сцене, помимо инсталляции. Кое-что уже придумано. Кое-что уже есть. Пока надеемся, что это со смертью, очень думаю, что это рано или поздно произойдет. Но пока не в провинции. У нас был в Петербурге подобный концерт, когда мы с ПТС и Мариной Кацуба играли в Музее современного искусства Эрарта. Это было что-то вроде того, там стояли стульчики, но
точки зрения эмоций это был далеко не лучший концерт, вот, хотя это было похоже на современное искусство. Это были какие-то музыкальные интермедии, которые перетекали в стихи, потом перетекали в песни. Люди сидели, была полная тишина, было видео, был звук, но, скажем так, глобально не то чтобы прям сложилось. Это просто не совсем сложилось. Да. Холодное, неинтересно, а стулья какие-то железные. Стульчики какие-то были странные и так далее. То есть на самом деле. Ну, чтобы был там занавес, чтобы так портьеры свисали, вот такая вот штука. Это очень тонкая работа, чтобы вот такой концерт получился. В то же время, играя вот в стоячем клубе, мы знаем, что мы своей рокерской закалкой, рокерской выучкой, мы этот зал возьмем по-любому. То есть мы, ну, в 99% случаев в любом городе России, мы знаем, мы едем, мы это сделаем. В то же время, приехав вот в такую сидячку, мы вообще можем, ну просто это может вообще не получиться никак. Так что на данный момент вот эти стоящие залы, они гарантируют нам рок-успех локальный. Предпочитаю, конечно, разговор по душам. Ну, предпочитаешь, но вот уже 8 марта, допустим, мы играем в Петербург, зал ожидания. То есть уже, ну, скажем, тысячный, да, зал, где вот эти две мелкие фигурки. Вот и посмотрим. Вот и посмотрим. То есть на самом деле вопрос-то он. Посмотрим, что там будет. Пафос. Группа «Пятница», если все помнят, вполне себе по душам разговаривала вдвоем на огромных сценах. На 5000 человек юбилей, напомню, концерт был в Питере, например. И ничего, все были довольны, счастливы и говорили, боже мой, какой офигенный концерт, все как одна семья. Может, пришло время для клавишной, а вокальной истории, кто знает, кто не знает точно. А как тогда сочетать в себе вот такой огромный зал «Пафос» и такие вот песни личные исповедь? Просто петь, как будто бы ты это одному единственному другу рассказываешь на кухне. Вот а «Пафос» создаст, а звукорежиссер даст побольше этого ревера. А папа создаст световик и звукорежиссер. Световик, звукорежиссер, видео, вот эта вся история, они... Это их дело. Прикроют тылы. А мы сыграем так же, как всегда. Спасибо за ответ. Да-да-да. В продолжении темы аудитории уважения вопрос. Вы во время концерта 21 декабря, если не ошибаюсь, приуроченного дню рождения Animal Jazz, Александр, расскажите, что вы приболели, и в другом городе, да, заболели, и в другом городе вы бы не вышли. На концерт. Да, а если бы тот день был концерт Zero People, вы бы вышли, ожидая поддержки? Я бы вышел, ну, точно так же, если бы это была Москва, потому что, ну, это важный для нас город, столица наша, не только нашей страны, но и во многом моего сердца, лично моего. Ну, Александр, понятно, москвич, зараза. Ему нечего спрашивать. И в Питере, естественно, тоже бы. Если бы это был какой-то концерт, скажем, в городе Рязани, я обожаю рязанцев, допустим, да, я бы, наверное, все-таки подумал 10 раз, потому что, ну, тот конкретно 21 декабря, это была жесть. Я, если вы там были, вы помните, я не допел, я просто не смог петь, я потом не мог говорить. И, собственно, Новый год у меня прошел, который через 10 дней был, прошел при молчании. Вот. Это... Но то, что вы не допили, в отличие от Москва вообще... всегда, кто бы что ни говорил, вот я не буду кривить душой, как бы мои слова не истолковали потом. Москва – это в любом случае большая ответственность. И Питер – это большая ответственность. Это ответственность какого-то вселенского, скажем так, масштаба. И очень много людей пришло. Ну, просто там полный балатас. 16 тонн. Ну как можно? Тут уже просто... Хорошо, что никто не видел меня в гримёрке. И не слышал. Во время своего чека. Да, слава богу. Можно ли предположить, что в Zero People, как более в лиричном проекте, будут в дальнейшем использоваться стихи, тронувшие лично вас? Стихи чужие? Да. Мы с Симонова, например, сегодня будем, надеюсь, если я не забуду половину слов, как я это умею делать. Мы сегодня сыграем песню на стихи Константина Симонова «Жди меня» про войну. Хотя это уже не про войну в нашем исполнении получается, скорее про гастроли. Вот. Так что это уже есть. А записывать в альбомы, там, добавлять? «Жди меня». И тут, и на черном, она, короче, вышла на альбоме «Жидай». Так что все возможно, было бы стихотворение. Вот. Было бы стихотворение. Хорошо, спасибо. Еще вопрос. Планируется ли какая-то англоязычная история с Зерепом? Прям все вопросы сегодня в точку. У нас 8 песен с первого альбома переведены на хороший английский носителем, так сказать, скажем так.
американкой, скорректированной русской. Подруга это американка. Две девушки поработали. Вот. И там местами перевод, и местами прям так почти авторский текст. То есть 8 песен из первого альбома есть, но есть самая главная проблема, две вернее главные проблемы. Первая — это мой английский язык, который в совершенстве далек настолько же, насколько мой немецкий язык. Короче, далек. Вот, это первое. Ну, над этим можно поработать, опять же, во время записи там с товарищем, присутствующим в студии и так далее. Проблема в другом. Была бы такая цель у нас. Цели такой пока нет. Крайне интересно, что происходит на просторах нашей страны с нами, с Zero People. Крайне не хочется себя сдерживать рамками чужого языка, потому что во время концерта, конечно, я себя чувствую максимально комфортно в своей языковой среде. Те, кто были на концертах Zero People, знают, что я вдруг начинаю рассказывать какие-нибудь истории, прямо в середине куплета вдруг прерываю петь, прерываю великолепную игру Александра Заранкина, начинаю вдруг рассказывать какой-нибудь анекдот, ну что-нибудь из жизни, а потом продолжаю петь. Естественно, английском не владею в такой степени. То есть обстановка немного другая будет, более академическая. Но самое главное нет, самое главное то, что просто пока хочется здесь. Здесь хочется очень. Столь, такой огромный простор для городов, которые нас не видели, не слышали вообще. А те, кто слышали по второму разу, третьему. Каждый раз это такое интересная вещь, особенно в России. Я же пою про то, что у нас происходит в душе у каждого каждое утро. Мы живем в этой стране. Американцу многое будет даже и непонятно, как бы с тобой о чем я пою. Например, частота упоминания слова «виски». Да. Вы сказали, что много обращается за советами, а просят ли молодые музыканты поучаствовать в создании песен своих? В создании наших? Нет, музыканты, в создании своих, как типа... приглашенных участников. Просят тебя? Ну, бывает, да, время от времени они посылают демки, а мы хотели бы вот, чтобы молодые музыканты, группа Луна, поучаствовали. И, как правило, я их отслушиваю и пишу, что это немножко не мой, то есть мне не моя музыка. Вот такой ответ я пишу. То есть это действительно, как правило, так. То есть, как правило, что-то такое тяжелое, альтернативное. Вот. А если это будет что-нибудь интересное, то я с удовольствием. Вот, например, группа Аматори. Одна из самых талантливых групп на российской сцене. Одна из самых молодых. Выпускает свой последний, не крайний, а последний альбом. Как они заявили. Да. А что я не верю. Пригласили меня сыграть пару аккордов, и я повесил вот эти пару клавиш. И это была кульминация альбома. И это не просто кульминация, а я завершил эпоху этими аккордами. То есть вот это уходит на фейдаут, как конец. И вот в этих аккордах как бы растворяется вообще, входит альтернатива из России. Про себя я скажу так, вот неделю назад последний раз было. А так вообще раз в месяц примерно кто-нибудь предлагает что-нибудь. А ну как реагируете? Не пришел, наверное, ни разу еще пока. Я просто, они присылают песню, я понимаю, что... Я говорю, что не мое. Это не моя, не моя. Не моя. У вас все зашибись, но... Немножко не моя. Саша, вот Саша Васильев когда-то написал музыку для Али Кудряшова. Стихи. Ну, то есть там подложка музыкальная идет. Тебе не предлагали такое просто делать музыку для стихов? Делать подложку для начитки стихов? Был какой-то проект, в котором я принимал участие, «Дикий». Кацуба? Когда... Кацуба — это Кацуба, там это как-то было еще с Zero People завязано. А «Дикость» была в Москве какое-то мероприятие, где люди читали стихи Маяковского. По-моему, посвящено Маяковскому в каком-то театральном зале, а мне нужно было на рояле, люди читали Маяковского, а я там тринь-тринь. В общем, это, конечно, очень скользкая дорожка, и она требует супер большой адекватности от музыканта и тонкой работы, и такого профессионального подхода. Это, в принципе, интересно, но у нас есть группа Animal Dress, у нас есть Zero People, и я стараюсь максимум тонкой профессиональной работы вкладывать в те проекты, которыми я занимаюсь. Поэтому к чему идти вот в эту сторону? Это в сторону импровизации. А тебе самому стихи нравятся сами себе? То есть у тебя есть какие-то стихи, которые ты хотел озвучить, например, если тебе предложили? Вот на студийном, не жалово? По стихам у меня сложное отношение. Я вот у меня с детства в комнате вот эти
полки собрания всяких сочинений. И с прозы я прям беру, читаю все. Стихи я никогда не понимал. Открываешь книгу и там, ну, вот это вот, мчатся тучи, мчатся тучи. Я как бы сразу так сложно. Когда вас спросили, не возникает ли конфликта между Animal Jam и Zero People, вы сказали, что нет, не возникает. Изменилось ли что-то с тех пор, сейчас, когда вы выпустили уже второй альбом? Вот теперь не возникает. Теперь мы можем уже не брать интервью, как тогда соврали. Сейчас никаких конфликтов уже не начали. Конечно, парни напряглись, потому что неизвестно было, что эти два застанца придумали. А потом они посмотрели, сходили на концерт, поняли, что это совсем не конкурент. Что массовости здесь никакой не может быть, не будет. И значит, соответственно, фух, слава богу, выдохнули, и теперь все начались. А басист, например, Animal Jazz ставит своему ребенку люлику первый альбом «Ловец тишины» в машине, нормально лёг, Мизус его уже знает. То есть вы не планируете такого масштаба Zero People, как Animal Jazz? Мы Animal Jazz не планировали никогда, сейчас не планируем, продолжаем. Просто пытаемся придумать наконец уже хоть одну хорошую песню. Никто, да, нет, на самом деле трудно. Такие вещи, как планировать масштаб, мы не сидим вот с этими картами. Ну чё, какой будет масштаб? Наоборот, наоборот, на гранде. Я говорю, там площадка на сколько у нас? На 800 зарубили. Зачем? А планируете выводить Zero People на краудфандинг или так все останется на энтузиазме? Ну нафиг это, блин. Нет? Ну, Animal Jazz, там большие реально вложения нужны, потому что альбом записать Animal Jazz — это адская вообще голгофа и геморрой. Записывать живого барабанщика и 5 музыкантов, у каждого по 8 гитар, там в домашних условиях мы не готовы, не хотим, мы арендуем студии, потом мастеринг где-нибудь там в США и все это вот. Zero People, слава богу, вот. Все аранжировки мы придумываем вдвоем, потом или даже вот сам Александр придумывает. Он там спокойно сидит, в спокойной домашней обстановке. Здесь у него Вера ползает, тут, значит, у него там каша варится. Вот он тут все дела. Так что краудфандинг, он в том, чтобы пакетики Гринфилда там заварить. То есть мы можем, конечно, объявить проект тысяч на 30 рублей, и что-то подумали, а зачем? Когда можно по-родственникам насобирать. Ну вот и этот альбом, да, это фактически хоммейд, поэтому он, ну, не требует на данный момент. Все, чем мы не хотим собирать то, что нам не принадлежит. Вот если мы реально вложимся в Zero People и выпустим альбом, например, там поедем на Веберо вот его записывать, да, тогда мы, наверное, объявим проект. Уж что с дела, ребят. Но пока мы делаем это так, нам лишнего не надо. Хорошо. Такие вот ребята, честно. Да, пожалуйста. В недавнем интервью вы сказали, что многим начинающим командам нужен хороший менеджмент. Всем. А то есть сами команды себя сейчас продвинуть никак не могут? Может, с течением обстоятельств, конечно, сработать. Попадут на шоу «Голос» и Дан Градский их возьмет. Вау! Вот. Всякое может быть. Но на самом деле, если идет традиционный путем, группа играет в клубах, потихоньку, как было с этим ужасным, например, без Zero People, потихоньку становится чуть более известной, если хорошо играет или чего-то стоит. Конечно, без менеджера это вообще бред. Как мне сказал, я говорю, у меня была самая вот, объясняющая история с Михаилом Фодором связанная, который, когда он еще был программным директором нашего радио, не поленился приехать в Питер встретиться со мной, вокалистом тогда еще никому неизвестной группы Animal Jazz, просто потому что к нему в руки попал альбом первый наш. Ему показалось, что это очень интересно, и он поставил песню из этого альбома в ротацию нашего радио. Нам тогда было 2 года от роду, ни черта не знали. И он приехал со мной встречаться, и он мне говорит: первое, что он меня спросил, у вас директор есть? Я говорю: нет. Он говорит: очень плохо. Я говорю: почему? Потому что, говорит, я вам буду говорить такие слова, которые вас, как автора, будут ранить. А если бы он разговаривал с директором, соответственно, понимаете, да, прослойка есть, потом директор в более смещенной форме для меня бы ранил. Очень правильные слова. Без директора. Директор – это вот необходимая подушка моральная между группой и организаторами концертов. То есть позволяющий музыкантам несколько парить в воздухе, пока он их вот так вот как шарики воздушные ведет за собой, для строя. А они там воспаряют. Ну и потом понятно, для чего еще менеджер нужен, да, правильно? Для организации хозяйства. Это тоже такая вещь, которая... Я полгодика где-то занимался хозяйственными делами, занимал джаз в свое время, когда еще даже у нас не было ничего такого особо. Эти гастроли, я понял, что это адская жесть. Я ни одной песни не писал за эти полгода.
тебя в голове, так, следующий концерт, значит, надо афиши, надо послать, надо, ой, надо фотосессию, значит, делать, фотосессию надо искать, звонить. Для начинающей группы у нас есть знакомые группы в Петербурге, которые вот появляются. Они крутые, они классные, мы приходим на концерт, все отлично, человек поет по-русски, музыканты играют, и они вроде бы прекрасные, но о них никто не знает. Ну, соответственно, вот у нас просто нет таких людей, которые бы подошли. А директор взял, поехал в Москву, да, подошли, пришел к программному, такой с диском, и такой, я директор, я не музыкант. И такой, оп, вот у меня группа есть, да мы вообще пипец. Я гарантирую, там через год будем собирать 2000 человек. Это наш был первый директор такой. Почему он хорошего для нас в этом смысле сделал? Значит, Кузырев вообще не слышал бы наш диск, я думаю. Опять-таки, да? Нету таких людей, которые после концерта подойдут в группу и скажут, ребята, давайте-ка я вам сделаю, вот у вас завтра, соответственно, вы едете на фотосессию, послезавтра мы снимаем клип там-то, там-то, записываемся тут-то, тут-то, и так-то, и так-то. То есть, ну, люди не вылавливают вот этих ребят, потому что понимают, что это все фигня. А вот без этих мелочей потихоньку группа начинает вариться в собственном состоянии. Ну, это получается, группе самой надо искать себе директора, менеджера, конечно, а не директора. Нет, нас, например, директор нашел. Он стоял в зале, вот так офигев, увидев первый раз. Я хочу с ними работать. И подошел к нам, говорит, ну, это вот был первый директор. Вот. И у кого как, говорится. Ну, вообще, без менеджера... Это не то, что стыдиться, нет, нам нужно гордиться, если у тебя менеджер есть. Ты еще ни черта не собираешь, у тебя уже есть менеджер. Это круто. Но, правда, менеджер тоже должен быть. У нас с этим проблема, самая главная в России проблема, их две музыки. Это менеджеры, отсутствие менеджеров, как топ-менеджеров программных всяких, да, так и этих мелких. И вторая – отсутствие вокалистов. Других проблем в российской музыке нет. Потому что песни все умеют писать, стихи офигительные. А вот донести это вокалист должен делать, подать, не обязательно. Гитаристов вот этих. Гитаристов уйма. Я думал, раньше барабанщиков мало. Научились сейчас. Все играют и... Все отлично, вообще молодцы. И песни придумывают. А вот со сцены, на сцену выйдет и начинается. Да. Или поставленным голосом. Ва-а-а, ты стоишь, ну, господи. В общем, вот. А вторая проблема, да, на сцену их некому вывести за руку. Вот этих вот менеджеров нету. Ну и, соответственно, с ней проблема. Там тоже сидят такие придурки, простите за выражение. Просто диву даешься. Группа Animal Jazz была история с нашей самым главным хитом «Три полоски». Когда мы его принесли, только-только горяченьким, еще альбом не вышел. Принесли на радио. И программный директор радио этого говорит, очень уважаемого радио, говорит нам, послушав эту песню, ну что, ребята, не знаю, что тут люди будут напевать. Здесь нет хука, вообще нет припева, здесь вообще ничего нет в этой песне. Подумали мы, и вот я так думаю, уже с тех пор прошло 7 лет, и я все так думаю про него. И вот их таких 99% не выходит. Тупых. Ничего не понимающих просто. Да, еще есть вопрос, дорогие друзья? Или будем завершать, и последний вопросик, наверное, какой-нибудь. Имеется. Ну, я тогда вот только задам вопрос. Он эмоции. Вкусно? Все, не в тему, но. Было. Что? Вкусно там. Ну так себе уже. Не доело. Вопрос у меня совершенно не в тему, про кино «Школьный стрелок». И вообще вся история вот с саундтреками, это круто считается среди музыкантов сделать саундтрек фильма. Но это не имеет отношения. Ну это круто считается, если ты никогда этого не делал. Мне лично круто. Вот Александр, видимо, будет работать непосредственно над этим саундтреком, оформлять, так сказать, всякие там проходочки, придумывать всякие джинги, ну, в общем, всю историю. Вот. И песня группы Animal Jazz Lodge стала заглавной, я так понимаю, на титрах будет. Я там сыграл одну из ролей. Вот это все, что касается нового опыта в сфере искусства, а не в банковской сфере. Мне лично это очень интересно. И это не в смысле того, что... Хотя нет, еще я кривлю душой. Конечно, это такой новый пафос. Вау! Актер! Это уже совсем другая вообще среда. То есть в этом есть, конечно, внутренний такой вызов. Прикольно. Он мне сказал, что я хорошо сыграл. Я сам еще не видел. Я думаю, что это было ужасно. Короче, если... Ну и потом уже пошли такие истории, там, в сериале у меня главную роль там какую-то есть, такой вариант у меня. Есть еще вариант с одним кино там. Потом мы вот с Александром сделали музыку к мультику, к 20-минутному.
на основе моей музыкальной идеи, но все опять-таки оформлял, аранжировал эти 20 минут Александр. Так что, в общем, определенный опыт есть. Что это за мультик? Мультик на православную тематику, про Смоленскую икону Божьей Матери. Где он сейчас? Какова его судьба? Зайцев побег. У меня лежит диск дома. Я думаю, что мы с тобой... Я позвонил маме, мама сказала, очень круто, очень круто. Вот у меня тоже уже с ним. Других ответов. Примерно так вот. Я за твоим еще услышу. Для русских его сделали. Не знаю, но он делался на фестивале, и просто, видимо, он там бюджет кончился, как обычно, в время кризиса. Выложите его. Не имеем права. Мы-то что? Мы-то музычку там. А его в сети нет на доступе, да? Ну, я могу трейлер. На торрент сейчас DVD решить. Ссылочку. Только это, подпишись ко мне, так. Коля... Коля 1234. И запишник с этого, с динамического, пожалуйста. Вот такая история. Приятного аппетита. И мне тоже. Я не ем, не ем. Наверное, все на этом, да, я так понимаю? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Очень крутая была пресс-конференция. Прям классная.